Формула щасливої країни і світу, щасливі сім'ї. Якщо буде щаслива сім'я, то буде і щасливе суспільство. Усі нещастя йдуть із сім'ї. Спочатку це якби іде нещастя у людини, яка росте в нещасливій сім'ї. А потім це нещастя, вона починає проєктувати на навколишній світ. Ну, наприклад, от я коли в школу ходив, то там мене били, там знущалися наді мною. Ну, це явно якісь були проблеми у цих дітей, які це робили. Ну, якщо у людини виникає якась потреба до насилля, то значить, ну, вона ж не народилася такою. А звідки взялася? Тобто, ну, понятно, що якби там є люди від природи, невротики, психотики. Ну, поясню, хто не в курсі. Невротики – це ті, хто тримають усі якби переживання і проблеми в собі, а психотики – ті, що виражають наружу. Ну, грубо кажучи, агресивні такі, кричать. Але невротики також можуть кричати, але вони кричать вже, коли, скажімо так, вже, як сказати, коли вже чаша переповнена і, грубо кажучи, їх приперли до стінки, коли вже немає куди йти, ну, от по собі можу сказати, я невротик. Тобто, жив, наприклад, я з дружиною колишньою. Вона там мене постійно булила, ну, намагалась витурити з квартири, яку я купив за свої гроші. Ну і придумали різні там, скажімо так, прийомчики. Ну, про які я раніше не здогадувався, зараз вже якби розумію, що це була маніпуляція. Ну і, звісно, вона там діяла мою життя невыносимо, я уходив как бы, на квартиру к родителям. Ну, періодично уходив, потім возвращався, тому що у мене ребенок ще є. И это вот. А потом, когда уже как бы с ней развелся и начал жить с родителями опять, ну, как бы трехкомнатный, то, естественно, ну, с родителями у меня так отношения так себе. Ну как, отношения вроде нормальные, но вместе жить мы не можем. И, короче, вот это из-за нашей несовместимости психологической. Ну, я не говорю там, что они плохие, просто что мы несовместимые люди, мы разные. Ну, как с разных планет, все равно что. То начинаются конфликты. И вот это. А я как бы, ну, очень болезненно реагирую на, скажем так, ну, на близких людей. То есть на чужих я могу там как бы промолчать, мне похер, хай они там идут лесом. То есть мне их слова. Нет, меня, знаете, как ПВО вроде отбивает их слова. А близкие, они как бы на меня, ну, действуют и, типа, скажем так, заходят внутрь сердца в обход ПВО и меня ранят. Поэтому я начинаю как бы на эти ранения отвечать агрессией. Ну и как бы могу там кричать, всякое такое. Ну, суть не в этом. Суть в том, что если бы была гармоничная семья, где родители друг друга любили, то ну, вырос бы, грубо говоря, счастливый ребенок, и этот ребенок, как единичка общества, ну, занял бы какую-то там частичку в этой стране. Ну, и, короче, приносил какие-то там, ну, благи, там, делал жизнь станет лучше. А ввиду того, что семья была деструктивная, ну, плюс у меня в жизни было травм, проблем, то у меня как бы, ну, мозг, ну, как сказать, пострадал. И я вроде бы как бы знаю, ну, как нужно тот же бизнес вести и все остальное, но я этого не могу делать, я не могу объяснить вам почему. Ну, просто вот как блок какой-то стоит на успех. Как вроде кто-то заколдовал, чтобы я был неуспешным.
какой-то вот это вселил неудачу во мне. Как проклятие какое-то. Я не знаю, кто это виноват, родители или кто-то другой. Или все в комплексе. Ну, суть в том, что я из-за этого не могу быть успешным. Ну и так же самое очень много других людей. Поэтому, чтобы страна была счастливой, чтобы все у нее было нормально. Должна быть нормальная семья, чтобы выращивали успешных людей. И чтобы не учили их воровать там. Чтобы учили их порядочными быть. Потому что у нас только учат, как кого наебать, собрать, украсть. Все, чему могут научить сейчас эти родители этих чиновников конченых.